Так, цветы, конечно, очень красивые, но, к сожалению, не до цветов сегодня. Сегодня у нас у друга маленькая проблема. К нему прилетели осы. И их очень много. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем все то, что нельзя делать. О, блин, я так и знал, сейчас будет. Мы берем вот такую штуку, минус 45 градусов. Минус 45. И мы начинаем по полным за ними охотиться. Ну, проблема в том, что они за тобой начинают охотиться, а не наоборот. Потому что их становится больше и больше, когда ты их дырку закрыл, и они там в доме сейчас хотят все сделать. Так, всегда обязательно одеваем перчатку и вторую перчатку, которая там. Но мы забили ей отверстие в дом, чтобы они к своему улице бы они не попадали. Они же не должны быть дома. Правильно, не должны быть. Вот и все. Так, вторая идея, никогда вот так вот не ходите, когда с пчелами работаете, потому что это реально опасно для жизни. Куртка такая тоненькая, тоже мало. Штаны тоже мало. Звоните профессионалами, профессионалу, или одевайтесь очень полностью, чтобы все защищено было. А теперь мы идем в атаку. Они сейчас сумасшедшие, агрессивные начнут будут. Вот так вот. Вот такого лучше никогда не делать, потому что все, я уже чувствую яд.